Предлагается упражнение, которое вы можете сегодня же произвести дома. Вот, а я вообще предлагаю делать его регулярно, которое состоит в том, что самый эффективный способ накопления энергии – это ее не тратить. Когда вы просто ложитесь, и дальше ваш мозг, он же не останавливается, он постоянно начинает что-то генерить. Вот. И ваша задача, значит, сформировать у себя в голове мощную доминанту, которая будет говорить «нет, нет, нет и нет». Значит, он вам предложит, сначала скажет «перевернись». Вы скажете «нет». Потом она скажет «у тебя нос зачесался». Вы скажете «нет». Ну, вот. Самое сложное – это заметить, что вас развели в очередной момент. Вот, потому что по первости это упражнение не срабатывает, потому что «а как я хорошо делаю упражнение», думаете вы. Вот, что само по себе уже является нарушением этого упражнения, потому что вы-то как раз это думать и не должны.